Что полезного, женщина, я хочу вам сказать. Первое. Никогда не бойтесь себя, своего характера. Женщина очень много видит себя мужского, всегда беспокоится, переживает об этом. Это неправильное мышление. Это означает, что человек съедает себя сам. Нужно просто действовать, развивать себе женское и забыть про мужское в себе. Тогда оно просто пропадет, потому что в женщине ничего мужского нет, никогда не бывает. Просто есть женщина, заряженная батарейками любви и отношений, а есть не заряженные, все. Все зависит от силы заряда. Чем больше женщина заряжена, тем она больше женственная. Чем меньше заряжена, тем меньше. Не бывает такого, что у женщины мужское. Это просто внешне так кажется. Я просто вам говорю в динамике. У меня есть опыт. Я вижу, как женщины начинают отношения строить, и у них пропадает все это мужское быстро. Не надо долго ждать. То же самое мужчина, когда на печке лежит, он там капризный весь такой, несчастный, замученный, больной. Его, допустим, в армию отдать... Через 2 года приходит, он уже не замученный, не больной, такой спокойный, строгий, смелый, храбрый, сильный. Это означает, что он просто начал жить по своей природе, как мужчина. Мужчина живет в аскезе. Ему, он здоровым становится, когда он в трудности. Ему нужен вызов. Какой-то вызов в жизни мужчине нужен, чтобы что-то новое сделать, победить. И так далее.